Дайте килограммчик, фото в инстаграмчик, дайте, дайте, фото в инстаграм. Бой на лайках, репоста и хэштега животворящего. Я блогерша, 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 я так хороша, так вообще хороша. Вот я в душе, вот я из душа, вот я собираюсь вкусненько покушать. Сметана в борще, а салат вообще огонь. Вот мой принц и мой конь, вечером в споке, смузи по утрам. Подписывайся, детка, на мой инстаграм. Дайте килограммчик, вот там инстаграмчик. Дайте, дайте, вот там инстаграм. Дайте килограммчик, вот там инстаграмчик. Дайте, дайте, вот там инстаграм. Божечки, девочки, какие очки. Зацените тёлочки и балетные пачки. Мальчики тоже зацените. Ну да, небольшие цити. Но главное то, что вы здесь в душе. Напоминаю, как я выгляжу в душе. И пошли в жопу все мои критики. А ну-ка, лайкни новинки косметики. Твой мир никогда не будет прежним. После инстаграма Бузовой и Брежневой. Я для того только и рождена, чтоб стать еще круче, чем Бородина. Всем привет из театральной лоджии. Не четыре слова, 15 эмоджи. Опа-опа-опа, трам-тарарам. Подписывайся, детка, на мой инстаграм. Дайте килограммчик, фото в инстаграмчик. Дайте, дайте, фото в инстаграм. Дайте килограммчик, фото в инстаграмчик. Дайте, дайте, фото в инстаграм. Дайте, дайте, фото в инстаграм. Я чика, я образчик. Мальчик, хочешь настоящих чик? Сделай мне логин, плагин, чики. Возьми меня жестом настоящих мужчин. Дайте мне спеть, дайте мне спеть про лучшую социальную сеть. От Москвы до самых до окраин жизнь протекает только онлайн. Синее небо, белая чайка. Это фото для твоего лайка. Остановите, ведь нужно тите. Это уже было. Ох, извините, но я вполне готов на второй раунд. Сначала заведи себе секс-аккаунт. Бери пример с телочек из молодых мам. Подписывайтесь, сучки, на мой инстаграм. На мой инстаграм. На мой инстаграм.